шел-шел и вижу, как народ сделал памятник машине. Наверное, она служила верой и правдой много-много лет, что люди решили сделать памятник. Однозначно. Потому что дальше из этой машины, наверное, уже ничего не будет. Ее потихоньку разбирают. По-моему, это Марк. Вот так, ребята. Народ живет, устраивает памятники из своих дорогих автомобилей, милых сердцу.